хочется вам пожелать, чтобы вот это время, в котором мы живем, чтобы оно укрепило вас как личностей, как профессионалов, как педагогов. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков поздравил с профессиональным праздником учителей Одинцовского лицея номер 2. Парламентарий обратился к коллективу со словами благодарности за труд и неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Отличившиеся в работе педагоги получили из рук депутата награды. Отопление у нас стояками поднимается, и уже разводка по палатам, по помещениям. Вот. Вентиляция, все слаботочные системы у нас будут под потолком, по коридору, с заводом, именно помещением. Хирургический корпус, самый большой в Одинцовской областной больнице, был построен еще в 1976 году. Модернизация – долгожданное событие как для персонала, так и для жителей. Масштабные строительно-монтажные работы планируется завершить к концу 2024 года. Они охватят все здание, включая крышу и фасад. Сейчас идет ремонт кровли. Гуманитарка пришла из Одинцова, серебряные волонтеры из Одинцова, все вы прислали нам огромную помощь. Слова благодарности с передовой парламентарий передал серебряным волонтерам. Недавно Дмитрий Голубков вернулся из Донбасса. На линии фронта он встретился с бойцами, пообщался с командованием и доставил ребятам ценный гуманитарный груз, в том числе и посылку от одинцовских волонтеров, снуды и стропы для эвакуации раненых. Место встречи было выбрано не случайно. В историко-краеведческом музее добровольцы открыли выставку. На ней представлены образцы тех предметов, которые они регулярно изготавливают своими руками. Письма и талисманы, банданы и снуды для героев, вязаные шапки, манишки и носки, окопные свечи. У каждого здесь семьи остались, жены, дети, поэтому их уверенность в том, что в тылу все крепко, это очень важно. Логопеды, дефектологи, нейропсихологи, поведенческие терапевты, массажисты и остеопаты – это далеко не полный список профессионалов, которые работают комплексно и знают, как помочь детям. Помогаем всем семьям для того, чтобы изменить их жизнь, потому что в нашем центре очень много семей, которым детям поставили диагноз. Центр развития ребенка «Звезда Сириус» работает уже 2 года. На сегодняшний день у него более 100 подопечных. Здесь созданы все условия для умственного, речевого, психоэмоционального и физического развития детей. Каждому подопечному индивидуальный подход. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».